Века здоровья и благополучия, Саве Манушенко. Обращение к Вите с Кривого Рога. Витя, как мы с тобой сегодня вышли на связь, брат, и пообщались, и поняли, ты смог дать пояснение своим поступкам, коту на нас дымави, что эти слова все вышли от твоей тетки, от Верки Маковецкой. Так, ты мне говоришь, что сегодня будет тоже видео, что ты забожишься в церкви, коту мы нас дыян, при чужих людях, что это все ложь, брехня от твоей тетки вышла. И ты как-то до тех пор был в отрицаловах, пока тебе тетка лично сегодня не призналась, как ты мне сегодня забожился и сказал это, что твоя тетка тебе призналась, а ты удостоверился в этом. И ты понял, откуда пошел ветер весь. Ну а я как оттолкнулся от ее слов, как брат, нет, не кто-то сказал, не посторонний человек сказал, а лично твоя родная тетя сказала, сестра и двоюродная дочка ее, это то не есть, от нас вывелось, поддерживала это не эти от нас. Слова. Ну брат, если твоя семья такое роял, говорит, а тут понять. Такие моменты, а я звонят тоже. Сам а понимаешь. Взялись номер, Бог ну, его факт знает. В том, что мы разобрались, все, брат. Тебе века здоровья и благополучия. А кайбанга и ранга, я от этого не отказываюсь. Как решали, так и будем решать вместе все дальше. И ты, и я, то есть, и ты будешь отдавать, и я буду отдавать. Века здоровья и благополучия всем, ребят. То есть, Витя на нас дымави, как выяснилось. А как он поступит дальше в своей семье, разберется с теткой, это уже он сам решит. Века здоровья благополучия, да. Витя, тулачом, Мануш.